Всем привет! Меня зовут Диана и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду снимать рубрику «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на вопросы своих подписчиков. Итак, поехали! Первый вопрос. Тебе нравится Нижнекамск? Когда ты решила создать канал и почему тебе это пришло в голову? Это было очень давно. Мне было 17 лет. Есть ли люди, которые тебе дороги, и почему? А энергетики считаются за людей? Конечно же, у меня есть люди, которые мне очень дороги, и мне кажется, что они есть у каждого человека. И спрашивать почему, мне кажется, это очень даже глупо. Есть ли люди, которые тебе не нравятся, и почему? Нет, у меня нет таких людей, я очень любвеобильный человек. Я больше всего обожаю своего хейтера, который постоянно дизлайкает мои видео, даже когда они еще не вышли. В каких странах или городах хотела бы побывать? Конечно же есть. Я бы хотела побывать в Риме. Переходим к следующему вопросу. Нравится ли тебе учиться на повара-кондитера? Ну, конечно же, мне нравится учиться на повара-кондитера. Ведь когда я стану популярным шеф-поваром, хейтеров уже не будет. Хочешь ли ты в будущем учиться на кого-либо? Да. Научиться быстро ставить дизлайк. No. Есть мечта? Как, зачем мне мечта? У меня все есть. Все, о чем я хочу, у меня все есть. Зачем? На самом деле я очень хочу скейтборд. Только тихо, ладно. Только я вам не говорил. Как дура. Какой смысл в жизни? Народить детей и сдохнуть. И взять ипотеку и работать 24/7. Накормить всех бездомных кошечек. Стать популярным блогером. Набить татушки фейсами свое личико. А потом спокойно умереть. Спокойной душой. Как относишься к сигаретам? И хочешь ли ты бросить курить? Сигареты? Не, я не курю. Переходим к следующему вопросу. Хочешь ли ты уехать из Нижнекамска? И куда уедешь? Комарова! На недельку до второго я уеду, Комарова, сам себя найду в пучине, если часто затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах на общественном... Мам, пока! Да. Комарова! Будет личный водолаз на недельку до второго. Я уеду, Комарова! Следующий вопрос. Сколько денег ты всего потратила на свой канал? I got euros in the stash, hey. I got 50,000 fans, hey. Нисколько. Я бедный блогер. Куда мне? На канал еще тратить. Теперь сколько собирать? Поменяла бы ты Надю на 100 тысяч рублей. И если у меня будет 100 тысяч рублей, то я смогу проводить клевые рубрики. А Наде не зачем. Все есть. Планируешь ли ты в будущем переезжать в какую-нибудь страну? Хотелось бы, но вряд ли будет такая возможность. Хотя, я и так уже уезжаю в Комарова. Что вы хотели? Я же уже была там, еще раз хочу поехать. На каких языках можешь разговаривать? На татарском и русском. Надеюсь, что вам понравились вопросики. На этом вопросы закончились. Спасибо всем за активность, за задаваемые вопросы. Надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. И да, не забудьте, пожалуйста, ты, да-да, именно ты, хейтер, поставить дизлайк. Поставь свой гребаный дизлайк. Поставь. С вами была Диана. Всех люблю и обнимаю.